Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь в Сириусе, на пляже Сириус. И собираюсь пройти сейчас до границы России-Абхазия. С этого места у нас по пути будет пляж Редисон, отель Редисон. Началось межсезонье, ветер, волны, шторма, дожди. Смотрите, какие сильные волны. Также я планирую дойти до границы и искупаться, друзья. Поэтому пойдемте, отправляемся в путь. Я уже в зимней куртке. Вот моя задача — хорошо разогреться. Возможно, будем заходить тренироваться на спортивные площадочки. Сегодня я пешком, дорогие друзья. Поэтому сегодня будет интересный ролик. Я желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра, друзья. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я туда скинул только что сейчас информацию в режиме реального времени. Также у нас есть чат в телеграме и группа ВКонтакте. В чате общаются люди, туристы, кто хочет приехать. А ВКонтакте я дублирую все видеоролики с Ютуба. Подпишитесь на все ресурсы или на те, которые вам удобны. И будем вместе оставаться на связи и двигаться к успеху. Итак, друзья, начинаем наше увлекательнейшее путешествие. У нас слева отель Редисон. Справа море. Пляж Сириус здесь находился. Такой прекрасный вид у нас открывается. В обратном направлении я делаю фотографии для того, чтобы скинуть их сейчас в свой телеграм-канал. Сейчас дойду до границы с Абхазией. Отсюда идти буквально минут 20, искупаюсь там и сделаю пост. А вы, друзья, напишите, как у вас дела, как настроение, откуда меня смотрите и когда приедете. Мне будет интересно почитать. И как вам мои ролики? Уже несколько дней у нас идут дожди, море волнуется, чувствуется, что закончился бархатный сезон и началось межсезонье. Друзья, я показал, как проходит сезон. Показал, как проходит бархатный сезон. Сейчас буду показывать, как проходит межсезонье. А потом начнется зимний сезон. Потом опять межсезонье и летний сезон. Вы уже приезжаете. Подписывайтесь. Думаю, будет интересно посмотреть, как тут обстановка в нетуристическое время. Я здесь живу уже, по-моему, 7-й год. И поверьте, здесь очень интересно. Вот скоро должны разъехаться люди, но в связи с последними событиями после коронавируса и СВО вообще есть подозрение, что межсезонья теперь здесь не будет. То есть не будут, как раньше, люди отсюда разъезжаться. Сделал фотографию. Не будут, потому что некуда, ну, особо. Раньше все с удовольствием ехали. Так, перед вами пляж Редисон и все данные. Сегодня 14 ноября. Обычно мы, когда в эту зону приезжаем, у нас слева, справа точнее, волноотбойник. Мы едем и плохо видим море. Но сегодня я пешком. Я сейчас залезу на этот отбойник, и мы еще лучше будем видеть с него море, чем если бы этого отбойника не было.
Продолжаем движение, друзья. Вот у нас слева идет реставрация велодорожки. Много объектов сейчас реставрировать начали с октября месяца. Слева у нас также ресторан «Высота». Справа вот здесь спортивная площадка. Вечером обещают солнце, так что вечером поеду на закат и, возможно, проведу сегодня стрим, друзья. Так, вот все, что осталось от пляжа, и только галька лежит. Вот он, этот отбойник, который нам мешает смотреть на море, когда мы ездим на велосипеде. Но сегодня этот отбойник будет нам помогать. Двигаемся по отбойнику. Слева начинается парк Дель-Арфа. Все равно классная погода, я считаю, теплая. Ветер не сильно холодный. Сейчас мы проходим справа, здесь был пляж курорта Красная Поляна, и вот его полностью разобрали и убрали. Здесь были такие огромные тенты на швеллерах натянутые. Вот смотрите, место, где можно искупаться. Видите, здесь волна маленькая. Угол берега изменяется, и волна ложится по-другому. Уже несколько дней идет дождь, шторм. Я вчера искупался, а до этого два дня не смог искупаться, потому что были очень большие волны и грязное море.
купаться. Или лучше дальше. Двигаемся вдоль парк-отеля Арфа, очень дорогое заведение. Эти апартаменты, по-моему, самые близкие, которые расположены к морю. Смотрите, какие там деревья высажены, сосенки, пальмы. Такой красивый вид открывается. Двигаемся дальше. Я передумал купаться, потому что я еще не сильно разогрелся. Надо мне сильно разогреться. Я решил сегодня пойти пешком, потому что был дождь. Но смотрите, как ветер быстро высушил все. Всю набережную. По-моему, там дальше еще сильнее волны. Двигаемся. Сейчас у нас слева тут район совхоз «Россия». Есть еще люди, посмотрите, много туристов гуляет, несмотря на то, что погода начала портиться. Я думаю, сейчас начнут разъезжаться туристы, и конец ноября и декабрь будет мало людей. Обычно в это время, я здесь 6 лет, уже людей нет. Идешь по набережной, вот первые пару лет, уже никого не было. А сейчас довольно много людей. И такой термин, как межсезонье, уходит из оборота, потому что, представьте, через месяц, вот как снег выпадет, может 15 декабря начаться зимний сезон. То есть может быть, что через месяц уже начнется зимний сезон. Все будет зависеть от снега.
Так, мы сейчас проходим знаменитый ресторан Магеллан. В общем, все будет зависеть от снега. Сезон может начаться как 15 декабря, так и 15 января. То есть пока снег не выпадет, сезон не начнется. Мы сейчас проходим пляж отеля Sport Inn, и вот этот сам отель. Тут проводился чемпионат России по волейболу. Так, и нам нужно перелезть. Продолжаем движение, видим, что слева вот бутики, рестораны, все открыто, все работает. Хотя уже многие позакрывались, но вот эта зона здесь, город-отель, бархатные сезоны и довольно большой частный сектор, поэтому здесь туристов много. Смотрите, хурма растет. Поспела хурма. У меня в огороде очень много хурмы, мандаринов. Я их уже не ем. Так, я тут занимаюсь, как это называется, этот фильм «13 район», где они прыгают по бордюрам. В общем, иду, в общем, по отбойнику, периодически перелазю через него. У меня ходьба с препятствием, друзья. Становится жарко. Сейчас буду купаться. Проходим пляж, который называется Bridge Resort. Так, вот здесь можем перепрыгнуть, смотрите. Сказочный вид. Люблю, когда пасмурно, тучки. Такая смена декораций. Солнышко начало проглядывать. Сейчас будем загорать, друзья. Я, если честно, в зимнем пуховике, потому что
я собирался купаться, и мне важно после купания, чтобы я был, ну, в тепло попал. Так, еще одно у нас тут препятствие. Преодолеваем препятствия и двигаемся дальше, друзья, навстречу счастью, успеху, процветания. Давайте присоединяйтесь, подписывайтесь на все ресурсы. Будет интересно. Ко мне едут микрофоны сейчас за 30 тысяч два. Будем хорошую картинку с хорошим звуком давать сейчас. Снимать интервью разные, опросы. А вы, друзья, накидайте идеи. Есть какие-нибудь идеи, какие опросы здесь можно проводить? Так, подходим к границе, и нас ожидает вознаграждение в виде вида на горы. На Кавказский хребет. Начинается пляж, бархатные сезоны, друзья. Сейчас буду купаться, все будут на меня смотреть. Типа, кто это такой полез в воду при таком шторме. Но для меня эти волны вообще никакой угрозы не представляют. Я купался на огромных волнах на Бали. То есть я учился серфингу на волнах гораздо более мощных. Если я мог там нормально себя чувствовать, то вот эти волны, это вообще детские. Это вообще не волны для меня. Вот фонтан дружбы народов. Сделал фотографию для своего телеграм-канала. Слева у нас тут город-отель. Бархатные сезоны. И мы двигаемся границы, сейчас пойдем купаться. Так, вот такой вид открывается в эту сторону. Вот выставили забор, потому что будут заливать дорожку, начиная с конца. Будут прорезинивать ее, и скоро поедем по новой дорожке. Так, у нас тут изгиб, и волна меньше становится. Есть один момент неприятный, вот здесь, на Черном море, то, что тут камни. Из-за камней неудобно заходить, и они могут по ногам ударить, когда сильная волна. Она вот... Подходим к границе.
Морюшка зовет, Сережа, искупайся. Вода сейчас теплая. Смотрите, как они заливают дорожку вот с этим аппаратом. Смотрите, интересно, как грязь поднимается. Видите, вот коричневая такая муть. Это грязь, по-моему, со дна. Или точнее будет сказать, что это вытекает река. Вот здесь под землей есть проход, по которой вытекает река, и вот оттуда вытекает, и там, наверное, тоже, потому что шел дождь и грязь в реке стекает вместе с дождем. Так, ну что, смотрите на эти красивые горы, друзья, и идем купаться. Сейчас все будут смотреть на меня как на ненормального, хотя это вполне нормально. Вот такая маленькая волна, которой я легко могу искупаться. И, друзья, я сейчас искупаюсь, сниму короткий ролик в шорты, закину его в свой телеграм-канал. Если хотите это увидеть, подписывайтесь, все ссылки будут в описании. Также я скину ряд фотографий, которые подделал. Посмотрите, какая красота. Я же на этом прощаюсь, желаю всем удачи, процветания, хорошего настроения. Подписывайтесь на все мои ресурсы, дальше будет интересно. Всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья!